Приветствуем всех. Я читаю следы. Ну что, сначала... Конечно. Проверим, что там с кланом Угров. А затем, как и планировали, сбегаем за мерцающие врата. Ну и да, разумеется, нам придется сейчас свою дорогу обратно пробиваться. Взять их! Здорово! Приближается буря. Говори, друг. Коготь и клык. Я всегда один. Я читаю следы. Учуял. Я всегда один. Так, ясно. Умный мысль! Умный мысль, капитана Торнбая. Пора на охоту! Учуял! Буду сделать! Хитро придумано! Ну, в этот раз он оказал нам меньше сопротивления. С нами, мать-земля! Звери не лгут. Взять их. Конечно. Ною старые кости. Пора на охоту. Умный мысль. Хитро придумано. Так, дальше. Буду сделать. Умный мысль. Всех убивать. Хитро придумано. Буду сделать! Да, гидроман. Точнее, гидромон. Ну, он же гидроман. Хитро придумано! Буду сделать! Здорово! И верно. Я читаю следы. В бой! С нами, мать-земля! Звери не лгут. Так, хорошо. Учуял. Думал, что с ними сражаться не придется, но как раз-таки я всегда мимо них путь пролегал. Я читаю следы. Коготь и клык! В бой! Коготь и клык! Учуял! В бой! Коготь и клык! Естественно! Взять их! Умный мысль! Что нас ждет? Пора на охоту! Я всегда один! А, даже так. Ну ладно, раз уж нам придется лететь. В бой! Взять их! Учуял! Тогда лучше сразу разобраться. С вратами. Я всегда один. О, и здесь ход. Ясненько. Видимо, мы не скоро отправимся к Ограм. Конечно. И верно. Здорово! Я читаю следы. Я всегда один. Пора на охоту.
что ж, мы вполне себе искатели приключений. Что бросил за одним из рыцарей Дренора, берете своего героя с этой шкуры просвещения. С каждым поражением рыцарь становится сильнее. Я читаю следы. Очень интересно. И верно. Естественно. Что нас ждет? Говори, друг. Я всегда один. А, ясно. Что-то как-то... Что нас ждет? Естественно. Ну, проверим. Какой прочный второй уровень. Буду сделать! Смелее, мой юный друг. Я читаю следы. Умный мысль! Ноют старые кости. Говори, друг. Учуял. Естественно. Пора на охоту. Буду сделать. Здорово. Умный мысль. Здорово. Конечно. Буду сделать! Так, за него только мудрость, что ли, будет? С нами, мать земля! Я читаю следы! Ну, в принципе, магию мы так восстанавливают. Естественно. Я всегда один. Что нас ждет? Умный мысль! Здорово! А, и быстро. Буду сделать! Здорово! Моя старая гостья. Я читаю следы. Умный мысль! Хитро придумано! Умный мысль! Кого убить? Буду сделать! Здорово! Пора на охоту! Конечно. Я всегда один. Говори, друг. Ну ладно. С нами, мать земля. Пора на охоту. Ну, учитывая, насколько нам с трудом удался этот бой, давайте с этим сразиться. Естественно. Я всегда один. Куда ходить? Умный мысль! Говори, друг! Безумный! Здорово! Хитро придумано! Умный мысль!
Что нас ждет? Ну, хорошо. Пора на охоту! Учуял! Интересно, интересно. Я всегда один. Я читаю следы. Умный мусор! Здорово! Буду сделать! Не сомнен. Хитро придумано! Конечно! Здорово! Хитро придумано! Иснутора! Здорово! Говори! Что нас ждет? Естественно! Как ни странно, этот парень кажется самый простой из всех противников. Учуял! Я всегда один. Звери не лгут. Буду сделать! Умный выстрел! Не сумрет. Буду сделать! Естественно. Хитро придумано! Умный мысль! Здорово! Правильно! Хитро придумано! Здорово! Говори! Конечно! Умный мысль! Буду сделать! Звери не лгут! Хитро придумано! Безумие! Здорово! Говори, друг! Пора на охоту! Так, ладно. Естественно! За бидоном пополам как-то долили. Я всегда один. Звери не лгут. Хитро придумано! Буду сделать! Здорово! Иснутора! Хитро придумано! Буду сделать! Хитро придумано! Рады! Умный мысль! Учуял! Кого убить? Буду сделать! Говори! Здорово! Умный мысль! Буду сделать! Хитро придумано! Я тебя слушать! Я читаю следы! Так, ну будем здесь еще один бой протянем. Ну, точнее, конечно, по одному бою. Конечно.
читаю следы. Бой! Здорово! Хитро придумано! Что нас ждет? Взять их! Коготь и клык! Взять их! Куда ходить? Буду сделать! Умный мысль! Звери не лгут! В бой! Мы опять забыл, что у нас несколько часов. Я тебя слушаю! Здорово! Говори! Что нас ждет? Да уж, заговорим пополам, опять победили. Я читаю следы. Естественно, звери не лгут. И верно. Что нас ждет? Буду сделать. Хитро придумано. Умный мысль. Буду сделать. Я читаю следы. Хитро придумано. Здорово. Хитро придумано. Буду сделать. Хитро придумано. Я тебя слушаю. Буду сделать. Здорово. Умный мысль. Говорит. Здорово! Не сомневаюсь. В атаку! Исну Тора! Исны Аватора! Кого убить? Так, хорошо. Надеюсь, мы сейчас вернемся. Потому что, я так полагаю, сражаться с ними еще можно долго. Надвигается буря. Что нас ждет? Я всегда один. Нас ждет еще небольшой поход. Посмотрим, что в той пещере. Конечно. И верно. Естественно. Я читаю следы. Я всегда один. А, здесь. Конечно. И верно. Да, то есть даже объяснить нам не потрудились, что здесь и почему. Звери не лгут. Ну, it's magic. Пора на охоту. Скорее всего. Учуял. Судя по всему, по размерам пещера скромная. Естественно. Я всегда один. Конечно. Говори, друг. Я всегда один. И верно. Конечно. И верно. Конечно. Охоту. Естественно. И верно. Я всегда один. Умный мысль. Радость.
читаю следы. И верно. Куда ходить? Хитро придумано. Пора на охоту. Я всегда один. Конечно. Я всегда один. Так, хорошо. Умный мысль! Иснутора! Несомненно. Иснутора! Хитро придумано! Умная мысль! Что нас ждет? Пора на охоту! Коготь и клык! Учуял! Хорошо. В бой! Естественно. Ока. Учуял. Конечно. Всегда один. Конечно. Я всегда один. Так, стоп. Конечно. Я читаю следы. Учуял. Естественно. Буду сделать. Умный мысль. Не видим этих 15 секунд. Хитро придумано. Умный мысль. Я всегда один. Буду сделать. Здорово. Буду сделать. Умный мысль. Естественно. Хитро придумано. Умный мысль. Что нас ждет? Здорово! Хитро придумано! Умный мысль! Здорово! Хитро придумано! Я всегда один. Так, хорошо. Естественно. Конечно. Учуял. Конечно. Я всегда один. Учуял. Здорово! Я читаю следы. Конечно. Учуял. И верно. Я всегда один. Конечно. Умный мысль.
хитро придумано. Умный мысль. Несомненно. С радостью. Умный достойно. Хитро придумано. Здорово. Хитро придумано. Без вами. Естественно. Здорово. Хитро придумано. Говори, друг. И он ничего после не оставил. Ладно. Говори. Здорово. Что нас ждет? А, он еще не погиб. Конечно. Смелее, мой юный друг. Звери не лгут. С нами, Мать-Земля. Говори, друг. Ну, хорошо. И верно. Я читаю следы. Небольшое пещерное приключение. Учуял. Ну что ж, возможно, конечно, надо будет несколько позже изучать оставшуюся часть карты, так как не стоит исключать наличие там других переходов, о которых мы попросту не помним. Ну и как-то так получилось, что Гоблин в этот раз мы не отправились. И все же на этом пока что все.